наше правительство прям хочется к ним обратиться. Ребят, не надо так перестраховываться. Да не бойтесь вы ничего, не надо бояться. Все у нас под контролем, у нас все хорошо. Ставить фильтры и преграды для общения людей на юридическом уровне, на физическом уровне, это очень деликатная, но опасная ситуация. Если будут по каким-то политическим вопросам, да, по прениям прикрывать какие-то сайты иностранные, то, не знаю, здесь я здесь против цензуры. Не нужно прессовать свой народ. Оставьте вы его в покое, пусть он радуется и развивается. И тогда вам будут все благодарны, и никто вас не захочет опрокидывать, скидывать, сделать подкуп под Кремлем, взорвать Белый дом. Никому это нахрен не нужно. Мы все хотим хорошо жить, все хотим быть любимыми, и все хотим растить своих детей, как в тысячи лет назад.